Автор портрета Моторолы восстановил свое граффити. Накануне изображение погибшего полевого командира ДНР Арсена Павлова известный вандал залил краской. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. По словам художника, реставрация далась нелегко. Холодно, руки замерзают, ноги замерзают. Соответственно, работа усложняется тем, что краска течет, вот, долго засыхает, практически не засыхает даже, можно сказать. Вот, ну и, соответственно, от этого все сложности. Ну, опять тратить время на восстановление. Люди просто не уважают чужой труд, как бы. И все, приехали, там что-то намалевали. Портрет появился на трансформаторной будке на окраине Петербурга вскоре после гибели Моторолы. Кому помешало изображение установить, пока не удалось.